С вами канал Деревенский край. Сегодня мы немножко незапланированно приехали в деревню свою. Не думали, что приедем на этих выходных. Но в городе у нас образовалось немножечко свободное время. И мы решили приехать сюда не только поработать, но и отдохнуть душой. И сегодня наше видео будет о вкусном, не совсем обычном шашлыке. Готовить мы его будем вот на таком мангале. Это, как вы видите, самодельная конструкция. Об этом мангале чуть попозже вам расскажет муж, как из чего он его делал. Погода сегодня-завтра у нас обещает быть вполне благоприятной, поэтому готовить будем на улице. Думаю, что нам погода это позволит. А сейчас мы перейдем в дом, чтобы там сделать маринад. Маринад будет самый обычный, из майонеза, лука и чеснока. Ну а завтра уже, когда мясо хорошо промаринуется, будем на улице готовить вкусный шашлык. Итак, мы приступаем к маринованию мяса. Купили мы свинину, вот такими кусочками нарезали, пластинками длинными. Будем ими оборачивать картофелинку вот таким образом, и все это дело будем жарить. Но для начала мы опускаем в это блюдо мясо, все кусочки. Если мясо останется, его можно будет и так пожарить, хоть на сковороде, хоть на мангале, на том же, на шампуре. Свининка должна быть немного с жирком, так картошка будет сочнее, ароматнее. Так, сейчас мы это дело все посолим. Все делаем на глазок, конечно, это дело на любителя. Каенского перца добавим, чтобы было поострее. Черный молотый перец. Все это перемешиваем. Соли, я думаю, надо еще немножко добавить. Теперь берем майонез, любой, какой вы любите, или какой просто у вас есть под рукой. Все это дело хорошо сдабриваем майонезом. Все перемешиваем. Мясо у нас будет мариноваться в майонезе. Можно мариновать, кто в кефире маринует, кто просто какой-то рассол готовит, маринад специальный с оливковым маслом, с растительным, кто-то с уксусом просто маринует. Но мы решили сделать сегодня с майонезом. И лук репчатый порезали кольцами. И также сюда все это дело добавляем. И еще раз все перемешиваем. Немножко так вот примнем. Хорошо бы, конечно, гнет поставить, но можно и без него. Теперь накроем крышкой и уберем в холодильник до завтрашнего дня. Шашлык у нас промариновался. Сейчас будем пробовать делать что-то, нечто вкусное. Итак, что мы делаем? Мы картошину берем и ее обвязываем, так сказать, обматываем полоской мяса. И затем будем уже жарить все это дело на мангале. Всем привет! Мясо у нас что-то нарезали слишком длинноватым.
приходится чуть укорачивать. Вот так вот у нас получилось. Картошки делаем прорези, чтобы она получше пропеклась и чтобы туда попадал и сок от мяса, и майонез. Можно еще добавить перчик болгарский. Мангал мы сделали и от диска, из диска от Волги. Приварили, где гайки прикручиваются, небольшую пластину. Это у нас стало дном. И три ножки сделали. На небольшую порцию шашлыка, вот на 4 шампура его хватает, этого мангала. Также сделали в нем прорезь в диске, чтобы туда вставлять эти шампура, чтобы они не крутились, когда на ребро ставишь. До этого мы насаживали картошку на целый кусок, обматывали, но что-то не особо получается. А вот стал делать пополам, два кусочка свинины. Сначала на один конец насадил, потом второй конец. Стало намного лучше и держаться. Никуда ничего не сваливается. Вот такой получается бутерброд. Кусочки остались маленькие. Сейчас будем их делать. Вместе с картошкой мешать. Вот такие шашлыки получились. Все.
палочкой пробовали, картошка готова, вся протыкается. Запах замечательный. Сейчас мы еще сделаем очень быстрый и вкусный соус к шашлыку. Смешаем кетчуп с майонезом. Все в произвольной пропорции. Все, что вы любите, какой кетчуп, какой майонез. Вот так это дело все взбивается. И для вкуса и аромата обязательно свежий укроп. Если вы такой еще соус не пробовали, очень рекомендую. С шашлыком самое то. Хватило нам приготовить 6 шампуров. Даже он еще остался, уголь. Думал, зимой меньше хватит. Летом-то хорошо греет. Еще можно, еще бы можно раз заложить. Но кончилось мясо. Вот такой шашлычок мы довольно-таки быстро приготовили. Конечно, блюдо не назовешь, что это очень полезное для нашего здоровья, но иногда можно себя побаловать и приготовить вот такую вот вкуснятину. На этом сегодня все. Смотрите наши дальнейшие видеоролики. Кто не подписался, подписывайтесь. Всем будем рады. Всем пока, всем здоровья, удачи и всего наилучшего. Всем пока.